Сегодня мы экспортируем нефть, газ и, к сожалению, экспортируем интеллект. Но если за первые две позиции российский бюджет получает деньги, то интеллект очень часто уходит из нашей страны бесплатно и безвозвратно. Это не просто расточительно, это недопустимо по отношению к собственной стране. Теряя талантливых ученых, специалистов, Россия теряет ведь не только деньги, время, потраченное на их подготовку, но и, по сути, теряет позиции в конкурентной борьбе за будущее. Я напомню известные слова Сергея Капицы, они довольно известны, но тем не менее они очень яркие. Математика – это то, что русские преподают китайцам в американских университетах. Вот такого положения быть, конечно, не должно. Мы должны создать все условия, чтобы новое поколение могло реализовать свой потенциал именно в России. Чтобы ни мы, ни наши дети, ни наши внуки не узнали, что такое отставшая от всего мира страна, мы должны сражаться каждый день за каждую идею. То есть сражаться за будущее России.